Всем привет и добро пожаловать на мой проект «Записки натуриста». С вами Мила. Что ж, кто не подписался на мой канал, жду с вас лайк и подписку. Кто хочет посмотреть мою жизнь натуриста и нудиста, в Черногории огромное количество фото и видео. Welcome to my Patreon. Ну или, пожалуйста, ребята, приходите на Boosty. Там я уже выгрузила очень много материала. Вам будет интересно. Ну и если есть любители, пожалуйста, welcome to my Twitter и welcome to my only. Ну что ж, сегодня такое видео-опрос. Давайте, пишите свои комментарии. Помните знаменитый фильм «Руссо туриста. Облика морали»? Так вот, я хочу понять это соотношение и стандарты. То есть... Как говорят, нудистские пляжи это нехорошо, люди же там ходят без одежды и отдыхают. А с другой стороны, можно нажраться пьяным и валяться, но зато ты же в шортах или ты в купальнике. И это ведь ну никак не возбраняется, не так ли? Так вот, давайте вспомним нашу историю. Да, нашу историю, Советский Союз, господа. Не так давно это было. И между прочим, нудистские пляжи у нас процветали в Коктебеле, и были общественные пляжи, и даже были элитные пляжи для советской элиты. И это все знали, это общий исторический фактор. А Москва, расцвет социализма, да, страна процветает, она строит социализм, все буржуазное отметается. Купаются без одежды у стен Кремля, 30-е годы, все хорошо и разрешено. Вопрос тогда, почему сейчас-то такое отношение? Хороший вопрос, потому что иногда, мягко говоря, раздражает, когда тыкают пальцем в спокойно отдыхающие семейные пары, которые никому не мешают, и это везде обсуждается и вызывает какой-то трэш, если какая-нибудь девушка случайно топлес легла в уединенном месте, ее нужно было найти, обязательно сфотографировать, а еще уже распространить по соцсетям с криками «Надо же, она же там лежит!» Но причем толпы пьяных, шарахающихся, но в трусах и купальниках никого не смущают. Ребята, я жду ваших комментариев. Да, это больная тема, но я хочу понять, почему так-то? Да, не очень приятный вопрос, но зато я хочу, чтобы вы тоже поделились вашим мнением под этим видео. Как-то так. Что ж, у нас потеплело. Еще раз говорю, кто не подписался, с вас лайк и подписка. У нас красота природы. И я буду максимально стараться вам показывать видео не только своего разговора и своих мнений про натуризм и нудизм, но и я буду вам показывать красоту этой замечательной страны. Смотрим, как вам эта бухточка. До встречи в следующих видео. See you next videos. Bye!